Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру OnRide. Она в Стиме, бесплатная, так что скачивайте, если, конечно, она вам понравится. Она кооперативная, но также здесь присутствует и отдельная компания. В общем, давайте будем смотреть, что она из себя представляет. Вот это я. Выстрел. Понятно, бежим далее. Графика здесь очень красивая, мультипликационная, так что я думаю, должна понравиться вам. Игра динамичная, так что давайте играть. Так, надо вниз спуститься, отлично. Также можно и подпрыгивать. Так, что здесь у нас? Уничтожьте противника с помощью гаджета. С помощью гаджета. Понятно, вот так. Вы можете оттолкнуться от платформы, усилив свой прыжок. Понятно. Shift. Увеличьте скорость атаки ракетницы. Ну-ка, давайте-ка. Вау. Тихо, тихо. Человек-ракета. Нормально. А, да, ребята, тут еще озвучка прикольная. Так что подойдите к краю справа и спрыгните вниз. Так. Ну, здесь, видимо, просто надо спрыгнуть. Да, наверное. Давайте прыгаем. Отлично. А это что такое? Используйте гаджет или прыжок, чтобы избежать столкновения с боссом. Это босс? Ну-ка, Space, да? Опа, ага. Он сквозь меня пробежал. Отлично. Ха-ха-ха. Давай, давай, ребята. А, больше что-то не срабатывает. Видимо, откат. А, черт тебя подери, я оглушен. Ну, пока я его бомблю, ребята, бомблю. И у меня полные жетухи. Давай, давай, успеть. А, щит слишком рано я включил, и он у меня исчез. Ну, ему конец, ребята, однозначно. Смотрите, все. И что теперь? Победа. Да, можно было бы пропустить это обучение, но я все-таки решил. Опа. Выбор персонажа. Этот блок персонажа. Вы можете выбрать любого персонажа, кликнув по нему. Вы можете разблокировать персонажа, подняв уровень вашего героя. Так, рейтинговая практика, компания и боссы, ребята, здесь. Ну что же, давайте в рейтинг сыграем. Я, наверное, мобильный воин, который использует реактивные двигатели. Заливает поле огнем, поджигая своих противников. Да, тоже неплохо. Но у них ограничение по времени. 3 дня, 1 день. Дэйв какой-то, Арнольд, Шеги. Так, Сигма. Я оставлю, наверное, ребята, Сигму. И давайте с вами по-пвпшимся. Не знаю, что там будет за задание, ребята. Скалистые пики. Захватите вражеский флаг, обороняйте флаг своей команды и защищайте флагоносца. Так. Флагоносца. Кто у нас флагоносец? Блин, чувак, прикольный, да, с топором бежит. Ага, вот это враги, ребята. Так, куда-то он убежал от нас, да? Ладно. Так, я немножко не могу понять, в чем здесь суть. Где флаг и где это? Вот я вижу карта. Бегу. Как это так захвачен? А, ну-ка, иди сюда, давай-давай-давай. Вот этого поджарить надо. Ох ты, ё-моё, смотрите-ка. Пиратишка какой-то. Ядрить его на корень. Давайте за ним. За ним срочно. Блин, хорошо у меня оружие такое рикошетит. На-ка тебе вдогонку. Первая кровь. Кстати, я первую кровь пролил, ребята. Иди сюда, она наш флаг стырила, ребята. Да что такое, не вовремя ты летаешь, братишка. Надо спуститься вниз. Надо забрать свой флаг. Ядрить его на корень, да что ты летаешь-то. Переборщил я, наверное, ребята, с этими ранцами. Где он? Ага, вот он. Так, давай, 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 давай. Топорик, бомби. Ну, я так понимаю, топор это ближний бой, чисто ближний. Отлично, флаг наш. Великолепно, мы вернули флаг. И что теперь? А, вон, ребят, смотрите, по карте показано. С правой стороны у нас 2 флага. И опять кто-то его стырил у нас. Так, аптечка, у нас полностью ХП. Ах ты гад. Верните ваш флаг на базу. Да, я попробую. Так, давайте, давайте, ребята. Тут главное все очень быстро. Черт тебя подери, а. Смотри, что делает. Давай, топорик, будем с тобой забирать этот флаг наш. Елки-палки, смотрите, тут можно, ребята, бегать по кругу. Что это за такой уморыш, а? Какой-то зомбарь. Ладно.
гаденыш стреляет в меня. На-ка, выкуси. Что-то какие-то у меня атаки слабенькие, если... А, тут еще, кстати, видели, да? Можно его на снаряды отбивать. Стоит, стоит, стоит. Иди сюда, иди. Я тебя там поджидал. Опа, давай ко мне. Блин. Львиную долю своего суперудара я промазал. Но я думаю, что он не жилец. Да что он там пуляет? Какие-то... А, бомбочки. Вот оно что. Ясно. У каждого юнита свои возможности. Флаг надо забирать, ребята, однозначно. Ядрить тебя на корень, пронамазал опять. Молодчага, топорик. Как тебя хоть величать-то там, блин, не вижу. Все очень быстро двигается. Так, опять этот здесь, а? Да надо. Мы захватили флаг, да? Так, давай-давай-давай-давай, топор, беги-беги-беги-беги, я буду тебя прикрывать. Да ядрить тебя на корень. Куда ты... Блин, а через эти, через стену он не пробивает, к сожалению. Так, смотрите, мы их не флаг утащили, они наш. Давайте тогда наш возвращать. Получится у нас или нет? А суть-то в чем здесь? 1-3. 1-3. 3 минуты у нас в запасе. В общем, мы должны забрать оба флага, я так понимаю. И чтобы наш был на базе и чужой донести. Наверное, так. Давайте-ка я сбегаю сейчас на свою базу, гляну, что там и как. Ну, базу. Тоже сказал, на свою половину. Так, вот я прибил. Так, это мой. Ах ты, смотри, что делают. Ё-моё, ребята. Да, ну это хорошо, что мы успели захватить флаг. Да ёлки-палки, ну что ты приземля... Когда надо, он не летает. Когда... Давай-давай, бомбим этого рекрута. Рекрут? Ну и назвался он тоже себя рекрут, блин. Не, ну это же реальные игроки, это же не боты. Ну да, комрад, рекрут, что-то как-то странно очень. Названия у них какие-то. Это мастер. А, нет, это хипстер, блин. Мастер. Смотрите, прикольный, да, чувак? С двумя мечами. Так, ага, я смотрю, идет. Хочет отнять. Флаг у нас. Нифига не бывает этому, ребята. Давайте бомбим его. Бомбим. Да что ты прыгаешь? А, я должен защищать флагоносца. Вот что я сейчас делаю, а? Туплю. Так, смотрите, второй подбегает. Так, не тут-то было. Блин, надо срочно ракетницу. Где моя ракетница? Зомбаря мы завалили. И этого тоже. Двойное убийство. Хипстер совершил. Молодчага. Ага, вот, значит, как флаг возвращает. Что-то мне это напоминает, как в Варкрафте. Так, ладно, ребята. И я так понимаю, мы должны вот вражеский флаг тоже сейчас забрать и принести на это же место. Тихо, тихо, смотри, бегут, бегут забирать наш флаг, ребята. Срочно, срочно. Да что ты делаешь, я хотел вниз, а не прыжок. Блин, забирают сейчас, заберут. Ладно, я их здесь подожду. Все равно им деваться некуда. Будут сюда идти. И мы с их флагами бежим. Так, давай, 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 давай. Куда ты там? Уперся, блин, башкой, блин, в этот потолок. Я даже, ребята, немножко тут путаюсь, куда чё. И тем более здесь прыгать не на прыжок, как это во многих играх, а просто нажимаешь вверх, понимаете? Поэтому я немножко путаюсь. Так, 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 так. Это же ихний флаг, надо забрать. Отлично. Блин, да что такое-то? Вот так вот сдохнул, блин. 5, 4, 3, 2, 1. И победа. Ребята, мы победили. 2-1 счет. Хе-хе, замечательно. Так, и что тут у нас будет? Я, ребят, совершил 3 убийства. И к тому же на первом... Нет, не на первом... А, на первом месте я стою, да? Классно. Так, матч завершен. Получено опыта 60. Опачки. На ваш счет переведена награда. 30 монет. Я получил 2 уровень. И гаджет стойкость. И еще какой-то сундучок. Ага. Давайте смотреть. Это новое оружие! Вау. Жетон. Персонажа хищник можно получить при убийстве боссов и вскрытии рейдов боксов. Хм.
Основной материал, получаемый при разборке экипировки. Ага. Восстанавливает 175 единиц здоровья в течение 8 секунд. Замечательно. Редкая лазерная винтовка. Увеличивает дальность стрельбы. Мгновенная атака наносит 20 единиц. Так, ну купить, я так понимаю, не могу, да? У меня нет боксов. Смена режима игры. Ага, вот, ребята, и компания. Этот блок экипировки, где я могу, короче, менять свои гаджеты. Ракетный залп только доступен мне в данный момент. И вот тут про все это, ребятушки, написано. В бою вы можете использовать до 3 различных гаджетов. Вы можете выбрать один гаджет в каждой из 3 закладок. Так, можно в боксе получить или выковать. Ага, ребят, значит, здесь будет еще крафт. Это хорошо, это меня радует. Запускает залп из 5 ракет. Так, ладно. Это у нас первая закладка была, да? Так, эти ракеты у меня стоят. А эти у меня еще не открыты. Так, вот стойкость у меня стоит. И, я так понимаю, оружие, да? Оружие — ключевая особенность героя. Так, доступны мне только 2 винтовки. И они практически одинаковые по урону. Ага, а та недоступна мне только лишь из-за уровня, по ходу дела, да? От поверхности и тоже от поверхности. Только скорость ускоренная стрельбы. Так, ну выбираю миссию. И куда теперь? Давайте играть, наверное. Так, загрузочка идет. Так, тут, смотрите, чат идет, ребята, внизу. В прямом эфире. Мелкие налетчики. Недалеко от магистрали систематически происходит нападение на незадачливых путников. Было установлено, что дело рук одного клана Скарлов. Местные власти наняли нас для решения этой проблемы. Ступай и разворши их место обитания. А главное, позаботься о главаре. Понятно. Да я вроде не пил. Я занимаюсь делом. Так, ребята, напоминаю, мы играем сейчас в компанию. Так, замечательно. Пока ничего сложного не вижу. Интересно, и что эта компания мне дает? Ну, даст в результате. В общем, мы посмотрим сейчас. На тебе, выкуси. Так, отлично, давайте полетели выше. Так, это, я так понимаю, чекпоинты. Я вначале подумал, что это какие-то телепорты, но нет, это, скорее всего, чекпоинты. Так, иди сюда, жук навозный. Так, и летим далее. Опять тут эти паукообразные мухи какие-то, ядрить его на корень. Нет, сложнее ничего не будет. Все нормально, мужик, у нас все под контролем. Критую я, 55 с критом. Нормально. Вау-вау-вау-вау. Шикарно. Так, а это что такое? Бонус к урону, ребята. Бонус к урону. Ага, тут у нас еще, оказывается, Space и левый Shift. Это стойкость. Ясно. Ну, пока мы этим не будем пользоваться, нас и так все устраивает. А бонус к урону, я так понимаю, на весь уровень. Вон он висит у меня. Так что все прикольно. Так. Все пока у нас, ребят, под контролем. Ой, закрылись за мной ворота. И что теперь? Волны монстров? Ё-моё, это что за чудило там? Я даже не могу прочитать, кто такой. Главарь Скарл. Ага, понятно. Вот его нам надо убить, ребята. Да сдохнет уже, а. Есть. Отлично. Победа, ребята. Первая наша победа в компании. Миссия выполнена. Цель уничтожена. Так, закрываем. Ага, у нас, значит, растет уровень. Это хорошо. И помимо того, еще уровень нашего бота. Ну, робота. Так. Ух ты, открыт режим сражения против боссов. Я получаю золото. Так, и получил еще... А, сыграть 3 игры. Понятно. Это типа
Бонус будет. Так, в одиночку, вдвоем, втроем. А здесь выбираем миссии, значит, да? Одну мы прошли. Давайте, наверное, следующую проходить. Играть. Так, вау. Облики. Смотрите-ка. Прикольно, ребята. Ха-ха. Так, ну пока больше мне ничего не дано. Давайте посмотрим, что у нас ждет старая шахта. Заказчик приобрел заброшенную шахту, и за несколько лет это место облюбовали самые различные твари. Твоя задача — остаться на ней единственным живым существом. Или чтобы на ней никого не осталось. Да, полковник Вольф, я ознакомлен с целью, и я иду вперед. Ждал он, видите ли, другого бойца. Чем я тебя не устраиваю, а? Так, чтобы открыть дверь, нам нужно выжить. Ага. То есть мы просто здесь сейчас будем выживать. Понятно, будет куча мобов появляться, и мы должны всех тут валить. Шикарно. Так. Ага, наверху вот полоска идет, ребята. Сколько нам нужно продержаться? Еще одного моба надо убить. Иди сюда, паук. Или кто-то там, таракан. Давай, 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 давай. Вот так. Нет? Нет, ребятушки. Еще где-то кто-то есть. Вот он. Все, прошли. Ну, спасибо. Возвращаюсь. Так, и что теперь нам? Я еще поднял один уровень. Так, и поднялся уровень моего персонажа. Ух ты, 4-й уровень и... рейд-бокс получил я, да? И деньги. Ну, давайте вскрывать, посмотрим, что тут у нас. Так. Новое оружие! Вау. Редкий огнемет. Жетон персонажа. Я так понимаю, ребята, что это можно открывать персонажей, воительница. Металл. Разрывная бомба. Бросает бомбу, наносящую огромный урон. Поджигает противников. А здесь бросает бомбу 50 единиц и обездвиживает. Неплохо. О, у меня еще сундук есть. Ну, давайте открывать. Ну что же, опять получаем мы... Вау, редкий облик. 20% к липучей мине. Прыжок-ранец. Это для штурмовика. Боеголовка. И поджигатель. Жетон поджигателя. Ребята, значит, действительно здесь можно будет открывать персонажей. Так, купить. И сколько, интересно, стоит? Один рейд-бокс 2000 золотых. А у меня, ребят, всего 150. Хе-хе-хе. Да, особо тут не разгуляешься. Ну что же, давайте тогда мы, наверное, приступим с вами. Подождите, может... А, у меня уже все, одет новый облик. Так, а может быть посмотреть, смотрите, у меня здесь новые фишки появились, да? В обликах, ну в облике понятно. Так, лазер, ракеты. И в гаджетах. Вот облик, а вот гаджет, боеголовка. Так, ну ракетный залп мы уже видели, давайте посмотрим, что такое боеголовка. Мне очень интересно посмотреть, что это будет за вид огнестрела такой. Массовая инсектофобия, блин. После небольшого изменения климата на планете у местных появились проблемы с насекомыми, а точнее с их количеством. Твоя задача — подрезать им популярность. Есть, полковник Вольф. Иду сносить головы монстрам. Так, отлично. Так, паучье всякое поналите. Ох ты, ядрить тебя на корень. Вот это, ребятушка, была боеголовка. Видели, какой снаряд там летел? Блин, вот что мне здесь нравится, ребята, так это графика. Классно так сделано. Напоминает мне чем-то, если кто-то играл в свое время Раймонд, игру такая. Вот такая же мультяшка. Блин, довольно забавно. Если вам, ребята, понравилось это видео и вы хотите посмотреть, или вообще, чтобы я снимал прохождение этой игры,
что, ставьте лайки, пишите в комментариях. А еще лучше, ребята, добавляйтесь ко мне в стиме, и будем проходить вместе компании. Вот так вот будет, я думаю, лучше. Ник мой в стиме WinRay. Так что, ребята, думаю, ничего сложного не будет найти меня. Боеголовка-то летит там, ёлки, медленно, но уверенно. И я так понимаю, пока она не столкнется с препятствием, она не взорвется. Да уткнись ты, а! Так, шикарно, летим. Пока здесь, ребята, все легко. Но я так понимаю, что это на начальных уровнях. А потом там, думаю, будет... Ё-моё. Бух, нормально. Единственное, что мне как бы не нравится, что он летает. Ну, с одной стороны, это хорошо, конечно. В воздухе завис, и я отстреливаюсь. Но уж какой-то больно затяжной у него прыжок этот. Так, победа? Так быстро? Да, ну, еле живой. Я нормальный, не надо мне. Так, матч завершен, ребята. Я получил опыта 50 и золото 50. А это что такое у нас? Слышь, не беси, внизу там пишут. Тупые. Да, опять школота играет. Так, ну что ж, давайте, наверное, новый вид. Убить жука. Это, видимо, ребята, будет здесь босс. Давайте тогда разберемся с ним. Почему бы и нет. Новый вид. Недавно в округе был замечен неизвестный вид летающего насекомого, который, возможно, появился в свете последних событий. Впрочем, причины тебя волновать не должны. Пойди и добудь один образец для исследований. Ясно, хорошо. Пойдем добывать. Да я всегда напряжен. Командир. Ёлки-палки, действительно напряжен. Ребят, смотрите, что-то лихо больно начали разбирать меня здесь. Ладно. Так, подождите, аптечка, аптечка, аптечка. Отличненько. Да сдохни ты уже. Так, отлично. Так, тут надо спрыгнуть вниз. Иди сюда. Щеглы. Что я могу еще сказать? Так. Так что, ребята, здесь можно... Вот эта, кстати, компания очень хорошо тебя тренирует. Ёлки-палки. Бомбу взорвал и сам на нее напоролся. Вот, она тренирует тебя, чтобы потом было проще ПВПшиться. Так, тут что-то не могу понять. И здесь, и там. Давайте тогда этой дорогой пойдем. Не знаю. О, это что такое у нас? Бонус к урону. Замечательно. Который нам дается на всю игру. Это меня радует, ребятушки. Так, аптечка. Что-то тут слишком их много. Неспроста. Так, эту брать не будем. Полетели. Так. Иди сюда. Что это за жуки такие? О-о-о-о-о, потише, с ножами. Боеголовка. Давайте, прыгайте на боеголовку. Ё-моё, вот это она бомбанула. Ребят, вы видели? Ой, я сейчас, по-моему, отдуплюсь. Черт подери, где птичка? Вот она. Хорошо, что я все-таки догнать не взял. Она мне сейчас, как видите, пригодилась. Ладно, идем далее. Так, это что, крысы какие-то тут никчемные. Так, здесь, значит, мы еще идем до босса. Босс еще будет, елки-палки, не забыть бы. Все, куда-то поднимаемся, ребят, поднимаемся. Видимо, сейчас будет уже самое интересное. Что-то робот мой там похрюкивает. Непонятно что. Ага, ворота. Видимо, сейчас вот здесь и будет. Кто-то появился. Вот он, по ходу дела, ребята. Ага, неизвестный жук. Ясно. Да напарись ты на боеголовку-то. Да ядрить тебя на корень. Она полетела куда-то и взорвалась. Фигово. Так, ну у меня есть все шансы, ребята, завалить его. У него осталось немножко ХП, как видите. Все... А чё, какого хрена? Ёлки-палки, ребята, у меня... Нет, не забыл. Оказывается, ранец кончается, и ты падаешь. Если с большой высоты упадешь, тратятся жизни. Вот так новости. Так, я получаю 5-й уровень, а робот мой не получает. Разблокировка героя? Классно.
Тут планеты всякие. Вот мне дали вторую планету проходить. Ага, тут еще все по уровню, ребята. А это что, боссы? Максимальное количество игроков. Один. Можно одному пройти, значит, его. Нифига тут, ребята, боссики. Хо-хо-хо. Блин, шикарно. Надо, ребята, в нее играть. Ну, а на этом, ребята, я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И, как говорится, до новых скорых встреч. Так что, ребята, присоединяйтесь и будем в нее играть. Всем пока, удачи, до скорых встреч.